Региональный семинар «Говорим о важном. Новые горизонты образования» обсудили вместе с навигаторами детства. Мероприятие провели в Черкесске на базе Центра выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи Карачаево-Черкесской республики «Спутник». Об эффективности и значимости учебно-практических занятий для педагогов Альбина Ламкова. Семинар «Говорим о важном» стал сильным шагом в развитии образования, поскольку он объединил профессионалов и предоставил уникальную возможность еще раз обсудить актуальные вопросы, разработать стратегии, способствующие росту качества обучения, воспитания и, конечно, обменяться опытом. Полученные знания непременно будут реализованы на занятиях с детьми. Организатором масштабного мероприятия в рамках Года семьи выступила команда регионального ресурсного центра навигаторов детства Карачаево-Черкесии. На разговорах о важном должны присутствовать не только дети, но и их родители. У нас в планах сейчас записать разговоры о важном на радио, чтобы утром наши родители уже были в курсе, какую тему сегодня наши дети будут обсуждать на разговорах о важном. Знаете, наверное, самая большая ценность этого проекта в том, что дети учатся говорить, высказывать свои мысли, выстраивать логические цепочки, говорить о причинно-следственных связях. Семинар для педагогов проводится регулярно, как всероссийского масштаба, так и регионального. Один из них совсем недавно прошел в Центре знаний Машук. Он объединил порядка 150 педагогов из 87 регионов России, наши учителя в их числе. Они познакомились с инновационными подходами в преподавании, способами вовлечения учащихся в общественно-активную деятельность. Мы собрали очень много разных методик со всех регионов. Мы делились опытом. И в связи с этим у каждого свой багаж, который он унес. То, чего мы никогда не делали и не применяли у себя в регионе. Например, из Калининградской области мы переняли опыт приглашения на мероприятие родителей. Потому что как раз-таки именно родители являются связующим звеном между преподавателем и ребенком. На региональном семинаре «Говорим о важном» рассказали о наиболее значимых задачах, стоящих в данном периоде обучения. Познакомились с основными направлениями государственной политики в сфере воспитания. Обсудили необходимость изучения алгоритмов по привлечению к реализации программы внеурочной деятельности участников образовательных отношений. А также спроектировали взаимодействие советника, директора по воспитанию с участниками образовательных отношений. Разговоры о важном. Само определение говорит само за себя. Мы говорим о важном. О важном – это значит о том, как любить Родину. О важном – что такое патриотизм. О важном – какая у нас замечательная Россия и насколько у нас много прекрасных людей, достойных того, чтобы о них говорили. Еще Людмила Барлакова отметила, что как разговоры о важном справляются с предназначенной им ролью, всецело зависит от учителя. Формальное отношение к разговорам о важном лишает возможности ребенка получить очень важную информацию. Я обращаюсь к своим коллегам. Дорогие мои коллеги, пожалуйста, с душой отнеситесь к этому проекту и дайте возможность детям узнать не только математику, физику и химию, но и ценностные ориентиры нашего государства. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.